Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Понякин Илья, я генеральный директор компании «Госполис». И в этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом в области автострахования. В этой сфере я работаю около года. И 4 месяца назад я решил, что мне нужно развиваться дальше, чтобы стать страховым брокером. И тут у меня появились вопросы, на ответы на которые я нашел в интернете. Я смотрел различные видео в Ютубе. И наткнулся на одно видео от компании Multifinance, где парень рассказывал о том, что CRM-система необходима для вашего бизнеса. Мне казалось, что он хочет мне что-то впарить. Какой-то Гербалайф или что-то вроде ММ. Но тут, не досмотрев это видео до конца, мне присылает лайк автор этого видео. И я думаю, что за магия, написал человеку. И он ответил, что это никакая не магия, это обычная технология. На странице Кирилла Рыбасова я увидел тренинг «Брокер на миллион» и решил попробовать. 5 дней бесплатно. За эти 5 дней я для себя увидел много нового и решил продолжить свое обучение у Кирилла. Через месяц примерно я встретился со своим наставником. Мы поставили стратегию развития моей компании. Мы поработали над ошибками, создали структуру сайта. И в данный момент мой оборот составляет больше 2000 полисов ОСАГО в месяц. Я продвигаюсь по всем регионам России. И хочу сказать, что если у вас есть вопросы в сфере автострахования, обращайтесь в Multifinance, они вам помогут. С вами был Понякин Илья, генеральный директор компании Госполис. Госполис made by Multifinance. Пока-пока.